Айдагас, чак-чак азелимас, что с татарского переводится «А давайте приготовим чак-чак». В этом нам поможет посуда от кухмары. Для этого нам понадобится яйцо, сливочное масло, сахарная пудра или сахар, мука, мед и, конечно же, соль. Пока масло топится, для этого мы берем два яйца и перемешиваем с сахарной пудрой. Затем медленно. Если у вас есть дома сито, то лучше пропустить муку через сито. Если нет, ничего страшного. Наше тесто почти готово. Теперь дадим отдохнуть на 10-15 минут. Берем казан и наливаем туда растительное масло. Тесто лучше разделить на две части. Мы раскатали тесто, теперь... Потом нашу соломку мы нарезаем на мелкие-мелкие кусочки. Так, начинаем жарку. Так как казан у нас большой, у нас поместится достаточно. А, сейчас улетит! Что делать? Он сейчас сгорит! Теперь берем мед и растапливаем на нашем ковшике на медленном огне. Теперь плотно закрываем нашу формочку и оставляем на 15 минут в холодильнике. Вот так получился наш чак-чак. Вы тоже можете попробовать с посудой кухмара.